Хочу кота. Скажи, зачем я столько рыбы наловила, если у меня нет кота? Кому это все? Кому? Вот это все, кому? Извини, чистая сила. Ну кому это все? Кому? Кому? Ну, пойдем скорее за котом, пожалуйста. Хочу киску. Киску, я тоже хочу киску, но отстань, я рыбак! Я рыбачу! Я тоже вот стою рыбачу уже час ради кота, столько рыбы наловила. Столько рыбы, столько комментов под предыдущий час. Подожди, подожди, рыбку за яйца. Опа, пимов за яйца. Столько комментов под предыдущей серии. Ты себе даже не представляешь. Мол, Едисан и Катя, вы забыли про кошару. Вот на самом деле, ты как бы хочешь кошку, а подписчики уже под предыдущими сериями спамили, что, мол, мы давным-давно собирались найти себе кота, завести его и притащить домой, чтобы у Чебурака был друг. Я предлагаю нашего кота назвать... Пельмешек, пельмешек. Не-не-не-не-не-не-не, подожди. Кота, кот будет у нас Беляшок, беляш. Ну, а если он будет не белого цвета, почему он будет беляш? Ну, будет чебурак и беляш, или пирожак. Тогда, подожди, чебурак, тогда беляш, а беляшак. И пошли, хватит, тут яйца чесать куриные, садись. А зачем я крюк поймала? Ну, мне на удочке я крюк. Я не знаю, на он удочке, нужен? В принципе, можно много всего поймать. Я поймал, допустим, вот кость, я поймал гнилую плоть, пузырек воды и много всего остального. Тогда я выкину его. Выкидываю. Катюха! Катифнах! Катифнах! Ау! Если заметишь Ярика, в очередной раз зари, пожалуйста, потому что нам сказали, точнее, нас обвинили в предыдущей серии, то, что мы с тобой два нубасоса-пипоса. Да, да, я читала, что да. Нужно правой кнопкой мыши кормить этих да, дельфинов. Так подожди, вроде и так сработало, как бы мы ему выкидывали вот так треску, и он как бы нас все же довел до кор... О, ну смотри, Ярик! Подожди, Ярик, сырая треска. Ярик! Лососем его надо, лососем надо. Каким у меня лососем? Есть лосось. Иди сюда, Ярик. Иди сюда. Написали, лососем надо. Каким лососем? Иди сюда! О, покормил! Реально его кормить можно! Ну-ка, подожди, я к нему. Катюх, пошли. Далекое путешествие, он реально пожрал. Дельфин съел дельфина. Опа, там утопленники сзади, поэтому аккуратно. Ну смотри, если в предыдущей серии он нас довел до корабля, то в этой серии он должен нас довести до... До чего? Ярик. Что это такое? Он реально ведет куда-то нас. Утопленник, здравствуйте. Ты нас доведешь куда-то, Ярик Пописярик? Давай, миленький мой, давай. Ну, ты нас задница ленивая, он походу просто жрать хочет и все. Он вообще убегает от меня. Он просто да вокруг нас катает. Да иди ты! Ой, дурачок, пошли нафиг. Кать вдруг... Ты как по воде бежишь? Вы смотрите, что она делает! Ты как по воде бегаешь? В смысле? Я всегда так делаю. Меня только что заплющило, ты реально по воде пробежалась. Ты всегда так делаешь? Ты по воде умеешь бегать? А ты не умеешь разве? Я не умею по воде бегать. Короче, только что эта пописяка съела примерно у меня 7-8 тресок и ушла. Жадный Жарик. Ярик, точнее. Жарик. Жарик. Кошку Жариком назовем. Кошку Жарик? Жарик, ну давай... жареный чебурак Жарик. Давай тогда уже сразу Жорик. Ну, чебурак? У нас, видишь, нестандартный. Эй! Да садись ты уже наконец-то, сколько тебя можно ждать? Ну подожди! Да я жду, сколько можно, давай. Пожалуйста. Да пожалуйста! Смешно, просто смешно, очень сильно стало. Так, ладно, Екатерина, мы с тобой отправляемся в деревню. Я надеюсь, там будет какая-то кошарка, и мы ее сможем сразу же приручить. Надеюсь. Если нет, тогда нужно будет другую какую-то. Ты смотри, тут уже пристанище затонувших кораблей, каких-то лодок. Так, пошли, деревня где-то вот в той стороне находится. Ой, блин, вот нафига нам, вот лошади нам нужны, скажи, почему мы без них ходим, сами, своими ногами? Ну, если бы у лошадей были плавники, они бы умели кататься по воде, тогда мы бы на них ходили. Как ты хочешь перевести лошадь через огромный океан, а? Ой, блин, точно, они же не умеют плавать. Ну, если мы с тобой построим какой-то огроменный мост, вот тогда мы и будем на них кататься. Екатерина, кошарчика надо кошарчика. Да, он здесь был в прошлый раз, и лисичка здесь бегала. Железный меч, зачаренный. В смысле, где?
Ну, можно купить у этого торговца. За 12 изумрудов можно купить железный меч на отдачу один. В лицо просто, в лицо. Они ж дурят, Кать, они ж дурят. 24 бумаги и изумруд. Дурят, тоже дурят. Нет, Кать, здесь ничего нормального нет. Короче, мы пришли за кошаркой, поэтому давай ищи кошарку. Ищу. Нам нужно Жарика сегодня приручить. Жарик, реально хочу, чтобы Жарик был. Жарик! Она была здесь. Ну, смотри, она здесь была примерно где-то 2-3 серии назад. А почему она? Может, это он был? Я-то откуда знаю? Может, ну, это Жарик? Ну, неважно. Может... Кошка она. А может, ее съели разбойники в тот раз, когда мы отбивались от рейда? Ну, это же живодерство какое-то. Ну, а как бы, подожди, в смысле не такие? Ну, смотри, в предыдущий раз она была где-то здесь на горе. Я ее здесь горах. Заметил. Да, на горах. Она на горах была. Но сейчас я ее не вижу. Вообще я бы первым. Поднялась на самом деле на гору. Я уже на горах, Катя, здесь никого нет, я тебя расстрою. Жорик! Жорик! Жарак! Жарик, Жарик! Жарик! Жа... Жа-жа. Нету? Нету, вообще ни одного Катифнаха нет. Ну смотри, если верить подписчикам, которые пишут в комментах то, что Катюшечки, ну в смысле кошечки есть в каждой деревне, тогда по такой логике нам с тобой нужно найти еще одну деревню. Мне кажется, тут реально кота зарубали в прошлый раз, когда здесь рейд был. Поэтому, наверное, мы сейчас, да, мы с тобой, Катя, отправимся в далекое-далекое путешествие через всю пустыню. И, возможно, через, наверное, 1000-2000 блоков мы с тобой сможем что-то найти. А мы можем в пустыне оцелота найти? Подожди, а где оцелоты обитают? Оцелоты же вроде только в джунгле обитают, если я хорошо. Вроде только в джунгле, поэтому... Блин, а мне казалось в пустыне, ну ладно. Не, в пустыне вот кролики обитают. Подожди, помнишь... Что-то тоже кто-то писал в комментариях по поводу того торговца с ламами. То есть, что если его убить, что-то выпадет. Какие-то повозки, по-моему, для лошадей. Ну, если его убить, выпадут поводки. И еще потом говорят там, Эдисон, почему ты убиваешь курицу, это живодерство? А то, что человека реального убить, который торгаш, это не живодерство, да, получается? Давай его убьем. Давай я тебя лучше убью. Да почему? Да нам же нужны поводки. Так мы их потом скрафтим, нам всего лишь слайм нужен. Зачем нам живого человека носатого в Майнкрафте убивать? Всего лишь слайм нужен, которого, блин, я не знаю, когда мы его найдем в этой жизни. Когда тогда найдем? Кролик по воде плавает, я сейчас тебя убью, чтобы не плавал по воде больше. И вот это не живодерство! А давай, Эдисон, мы с тобой убьем живого человека слабыми, чтобы с него выпали всего лишь поводки. Вот это... Серенький зайчик! Я опять потерялась, я не знаю где ты, я опять где-то застрял, ну так может надо просто за мной бежать? Опять там серенький, черненький зайчик, зелененький зайчик. Зомби где-то. Это не зомби, это я, потому что солнце-то жаркое, а воду мы с тобой, Катюха, всю выпили. Ура, ядрить колотит, посмотри туда вперед! Что там? Посмотри туда вперед! Я не вижу ничего. Очки, на! 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 А что на. Там? Деревня, ты что не видишь? Вот там на горе, смотри, песчаная деревня, пустынная деревня. О, класс, пойдем. Пошли. Возможно, вот тут как раз таки котика будет. А смотри, Катюх, после того, как мы с тобой приучим котенка, нам нужно будет пойти в шахту, потому что мы хотим скрафтить стол зачарования. У нас есть уже обсидиан, который мы добыли в предыдущей серии. Подожди, Кать! Ау. В предыдущей серии. Что в предыдущей серии? В предыдущей серии, помнишь, что было? Не напоминай мне. Лучше я не буду напоминать вообще никому, даже напоминания я не поставлю никому, что было в предыдущей серии. Но там было такое, что было в предыдущей Кате серии? Ой, я вообще хочу вообще об этом забыть и молчать. Лучше забыть, лучше, чтобы нам память стерли. В предыдущей серии было то, что было в предыдущей серии. Нажми на предыдущую серию и посмотри, что было в предыдущей серии. А в предыдущей серии была жесткая предыдущая серия. О, дратути. Подожди. Кошка! Да? Видите? Подожди, иди, подожди, ты меня зовешь или кошку зовешь? Кошку зову, стой, она быстро убегает. А может ей кинуть рыбу? Давай, нет, подожди, стой, подписчики учили меня, сказали то, что мы с тобой лохопедские. Нужно правой взять рыбу. Мыши? Нет, тихо, стой на месте, идрить, колотить тебя. Стой на месте, и нажми на shift. Shift нажми. Shift. И стой на шифте. Она должна сама подбежать, смотри, их две даже. Смотри, она за углом там прячется. Нет. Я хочу рыженькую, а светленькую хочу. Медленно на шифте, медленно. Подписчики говорили,
чтобы мы медленно к ней подходили. Так ты-то уйди, это же моя кошка. Давай. Медленно, медленно, медленно. Как только к ней подойдешь, сразу тыкай в морду рыбой. Сразу. Да не вставай ты, шифта! Я сказал, на шифте иди! Она взяла рыбу и убежала. Ну так ты шифта, не сходи, собака! Смысле, а как Катя? Я тебе спрыгну-то, если на шифте нельзя спрыгивать? Так блок? Шифт можно задерживать и спрыгивать можно, шифт не надо отпускать! Медленно, не спугни котенка. А где она? Она вот на куда-то... Вот она. Медленно подходи. Собака, стой... В смысле, кошка, стой на месте. Да что ж ты такая непослушная-то? Подходи медленно, корми. Да ты можешь на месте стоять, собачура? Ну, в смысле, кошка. Как она вообще не хочет подходить давай, ко давай, мне? Давай. Медленно. Вот, а, ты кролик, ты что меня пугаешь? Давай. Быстро. Прыгай в воду, приручай. Прыгай в воду. Слезь с шифта, давай, приручай. А чё, так ну нельзя? Она не хочет есть её. Да не выкидывай. Ну иди сюда. Пожалуйста. Опа, давай. Все, приручила? Всё? Нет, не знаю. Да, ты её приручила, у неё шейник появился. Да! Жорик Вартанов. Иди сюда. Давай. Ты теперь моя кошка, иди сюда. Она не будет? Да, она твоя кошка. Моя ты кошка? Посмотри. Да. Дай мне рыбу, срочно дай рыбу. Держи. Ты моя кошка! Держи еще, покорми еще. Она мурлыкает, Катя! Она мурлыкает! Радости полные, трусы! А как теперь мне ее с собой забрать? Она мурлыкает. Нажми на нее правой кнопкой. Да, она пойдет. Нажми на шифт. Все, пошли. Нам с тобой нужно облутать деревню и отправиться домой. Катя, у нас есть... Как мы его назвали еще раз? Это девочка. Это не Жорок. Она такая ласковая и мурлыкает. Это девочка. Я ее назову, знаешь как? Я ее назову... Сейчас, подожди, подумай, как назову. Там не смей даже, Пошли, Кать, пошли. Надо отойти, чтобы она за нами пошла. Это будет Милка. Милка? Милка, да. Чебураки Милка? Да. Давай тогда назовем ее там молочная какая-то. А что Милки Вей, киску? Она такая светленькая, молочная. Милки Вей. Давай сразу тогда Киткатом ее назовет. Или Баунти там, или... Нет, Милки Вей. Сникерсом. Хватит с кошкой играться, нам с тобой нужно облутать эту деревню. А сегодня... Она точно не убежит от меня? Да не убежит она за тобой будет всегда идти. Если она будет слишком отставать от тебя сильно, она будет и пехаться. Поэтому не переживай, Катюк, главное ее вовремя кормить. Так, хлебушек есть, пшеница есть. Здравствуйте, молодые носатые люди, здравствуйте. Нет, ничего не продаете. Так, что здесь еще может быть, Катюк? Опа, это кузница! И что, здесь только ростки были, или ты уже все староты взяла? Я уже все староты взяла. И что там было, расскажи. Там целая броня, шлем, нагрудник, носки и золото. Неплохо, короче, смотри, за пшеницу можно один изумруд взять, и за морковку тоже можно один изумруд взять. Но изумруд мы брать с тобой не будем, потому что он нам не нужен. Так, а вы что предлагаете? Они разговаривают между собой, ну ладно, извините. Все, такая маленькая деревня. Интересный разговор у вас так, а тут чё... Ой, Ты где? Катя, иди сюда. Надо поздороваться с каждым големом в деревне. Катя, иди здоровайся. Отстань, а лучше дай мне рыбу, мне кошку кормить нечем. Иди поздоровайся с големом, тогда я дам тебе рыбу. Дай мне рыбу. И дам я тебе рыбу, отстань ты от меня со своей рыбы. Ну пожалуйста, дай рыбку. Ну поздоровайся, пожалуйста, с этим, с големом, я тебе дам рыбу. Да не буду я здороваться с ним. Все, я ее покормил сам. На, держи. Три рыбки на будущее.
Ага, теперь ты ее покормил, она теперь твоя? Она не моя, ну как бы она тоже меня должна хотя бы немножко уважать в этой жизни. Но я ее покормил, она мне рыбку, она мне сказала мурлык-мурлык. Курлык-курлык. Так, здесь ничего полезного нет, а здесь есть что-то полезное. И здесь ничего полезного нет. Опа, это что такое? Морской огурец! Ты будешь морской огурец? Она не любит почему морской нет? огурец. Да ты моя маленькая киска. Все, пошли, 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 пошли. Или домой, чтобы оставить киску. Я хочу вот эту вазу. Я хочу вазу с кактусом заберу, дома поставлю. Или домой, чтобы оставить киску, или сразу в шахту пойдем. Что думаешь? Ну, я не пойду в шахту с киской, поэтому домой, чтобы оставить киску. Тоже верно. Ее там крипер запросто взорвет, поэтому давай мы с тобой топаем домой. Главное не. Мистер Крипер! Мистер Крипер! Кать, давай, быстро! Не смотреть в глаза Эндермену, топаем домой, оставляем котяру и потом топаем в шахту, надо 2 алмаза найти. Вперед, Милка, знакомиться с Чебураком, это твой новый будущий друг. Пойдем, он хороший. Милка, ну как и Чебурак. Хороший? В смысле, как хороший? Мой он Чебурак хороший. Он меня чуть не сожрал! Ну так не надо было его убить, тогда бы он тебя не сожрал, а мне как бы во всех случаях доверять не надо, понимаешь? Когда я тебе говорю ударить на зомби, это не значит, что надо ударить на зомби, это я просто шучу. Так, а как мы ее будем переплавлять, кошка? Мы ее не будем переплавлять. Кошку в печке не переплавляют. Надо ее перенести. Все. О! Садись. О! Да, она с тобой. Поплыли. Давай, за мной плыв. Все, давай за мной. Вот сюда. Ага, вижу. О, мы с кошкой плывем. Она сейчас со мной плавать никогда не будет. Она всегда скажет. Ярик, составь мне компанию, пожалуйста. Да мне как-то скучно одному в лодке. Катя тут вот с кошаром своим. Мяу! О, кровь из ушей. О, вот так. Ой, извините, молодой человек. О, это наш дом? Да? Да, там вон ад стоит. Ад. Чебурак! Готовься! Надеюсь, он никуда не убежал. Так, паркуемся здесь. Припарковались. Опа, опа. Чебурак, ну что ты сидишь? Он забился в угол, он смотри, он уже обиделся. Ладно, давай я тебя покормлю. Я его покормлю гнилой плотью. Вот так. Да, иди сюда. Как пойдем? Иди, как? Пойдем. Нажми на нее. Милка ее просто, ты сюда иди. Давай, туда. Да, давай. Она боится. Не в ту сторону, давай к Чебураку. О. Ты смотри, какая умная, видишь ли то, что ты тупой Чебурак. Давай внутрь, Чебурак. Она на сундучок села, смотри, какая хорошая. Хотя нет, подожди, кошка же должна быть домашняя. Чебурак! Да не тут. Ладно. И ты тоже должен охраняй быть ад. Охраняй ад, чтобы никто отсюда не вышел. Не, ну как бы подожди, Кать, кошка же должна быть дома, да? Это же домашний питомец. А собака должна. Я когда-то. Как ты там ударил? Это я просто упал. Надеюсь, что я когда-то в этой жизни эту яму все же залатаю. Кать, он мне задницу показывает. Все, Чебурак, стой, сиди там. Ну красота же. Ну, миссия выполнена. Миссия выполнена. Собака есть? Есть. Кошка есть? Есть. 2 лошадки есть? Есть. Она даже мне кивнула. У нас все есть, кроме алмазов. Мне надо рыбе кошку накормить. Ты понял, да, что сказала? Рыбе кошку накормить надо, поэтому я пошла ловить кошку, чтобы накормить рыбу. Пока. Ну, в принципе, логично, да. Эй! Херабрин. Какой херабрин? Екатерина, у нас с тобой есть челлендж. За ближайшие 3 минуты нам с тобой нужно найти 2 алмаза. Если мы этого не сделаем, то тогда... Да шот! Да внутрь зайди, да мерзнешь же здесь! Кать, посади ее, пожалуйста, и пошли в шахту. А у меня нет кирки. Держи. Где? Ага, спасибо. Так, прыгай по блокам. У нее осталось там. Да какая разница, другой кирки у меня нет. Все, давай прыгай, главное, чтобы не умереть. Давай, по блокам. Давай, Катюха, давай. Опа, сюда. Быстро. Признаю, затупил. Опа, давай, прыгай. Все. У меня одно сердечко, подожди. Давай, кушай и пошли. Быстренько. Кать, времени в ОШП нет. По пути добываем железо, потому что железа у нас уже практически нет. И топаем дальше, Катюха, быстро. Мистер Крипер! Мистер Крипер! Немножко уголька. Опа! Зато мы с тобой проход нашли. Падай вниз, Катюх. Только аккуратно. Проход? Здесь. Давай, вниз, там лава. Мистер Зомби. Давай сюда вниз падай тоже. А мы здесь уже были. Ёперный театр, мы здесь уже все бегали просто. Ты золото пропустил! Как обычно.
Если бы оно мне было нужно, тогда я бы его добывал. Оно нам нафиг не нужно. Я хочу золотой сральник. Ну, это совсем другой разговор. Ладно, давай-ка ты... О, главное, аккуратно. Прыгай вниз сюда, спускайся быстренько. Главное, не упади туда. Чем ниже мы спускаемся, тем больше шансов, что мы с тобой найдем алмазы. Где? А, крипер! Мисси Крипа? Где-то шершал крипер. Мисси Крипа? Где? Ой. Ой, как... Ой, еще один мистер Крипер, короче. Давай сюда, Кай, давай вот сюда потом. Оперный театр, вызвали меня, пожалуйста. Ой. Куда падать-то? В воду? Вниз? Проще умереть, чем дождаться помощи от Кати. Спасибо, Катю. А что не так было? Да, уже все. Опа, сундучок, иди сюда, быстро, 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 быстро. Так, там у нас что-то есть и здесь. Подожди, отойди! Главное, чтобы крипер не взорвался, а то у нас там могут быть полезные... Мистер Крипер! Мистер Крипер. Так, здесь у нас... Опа! Один алмаз нашли! Так, бирка есть, бирку тоже забирай, хлеб забирай, все забирай и потопали да. Слушайте, один алмаз уже есть на 17-й высоте. Здесь у нас золото, если надо, то забирай его. Опа, рыба какая-то мертвая валяется. Откуда здесь рыба? Рыба? Да, здесь просто может, рыба мы валяется. Оставили? Да вряд ли мы бы здесь оставили. А, рыбу. мы здесь не были, да еще? Пожалуйста, я тебя просто прошу, не обращай внимания на вот это. Ладно, пока она там добывает свое. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Кать, здесь аккуратно, здесь у нас спавнер вот этих спудерменов. Паучков, поэтому давай потихонечку, помалесеньку копаемся. Держись сзади меня. Опа, опыт лишний не бывает. Там еще один спавнер, что ли? Там сейчас оттуда как полезут эти сороконожки. Сороконожки? Какие срока? Так, здесь какая у нас высота? 22-я, возможно, там... Ой! Ты что делаешь? Я тебя поэтому спрятал кирку! Ой, а где кирка? Да потому что ты ее только что выкинула случайно мне. Зачем ты мне ее выкинула? Держи. Дай мне ее. Держи. Отлично. Я сейчас обосрался! Извините, пожалуйста. Он прям мне на голову упал! Кать, алмаз был над лавой, пожалуйста, сломай его так, чтобы он в лаву не упал. Посмотри, я есть, понимаю, да. Есть ли под алмазом какие-то блоки, которые будут препятствовать падению в лаву. И сломай сейчас хотя бы один алмаз, чтобы мы с тобой скрафтили стол зачарования. Я к тебе отправляться туда не буду, потому что, ну, ты слишком далеко, я даже не помню, где мы сейчас находились. Пожалуйста, сейчас, сломай. Сейчас я все сделаю, если я не умру, конечно. Не надо, один алмаз. Пожалуйста, всего лишь один алмаз. Там ничего сложного. У тебя там было два, а то и больше алмазов. Добудь их, пожалуйста, и топай домой. Сейчас, подожди. Все, копаю. Та-та-та-та-та-та! Два алмаза. Ты добыла? Да. Все, они у меня. Можно умирать? Слава святому богу Майнкрафта! Да, умирай и давай домой. Сейчас берем, ставим сюда. Потом еще сюда ставим, потом один алмаз сюда и наверх книгу. И чародейский стол готов, Екатерина! Иди сюда. Показывай. Иди сюда. Ты готова лицезреть вот это? Да. Смотри, я его ставлю прямо сюда. И что теперь надо делать? И сейчас надо его будет облагородить книжными полками, чтобы он черпал знания. И тогда мы с тобой сможем зачаривать предметы на 30 уровень. Понимаешь? Второй уровень. Ой, первый уровень могу что сделать. Что это? У меня железная кирка зачарена. Смотри, какая. Зачем? Ну ладно, пускай будет. Хорошо. Пускай ребенок немножко порадует. Но в следующий раз не трать просто так уровень. Мы будем с тобой чарить только алмазные предметы. Все, хватит баловаться. Я сейчас сломаю этот стол зачарования. Ну сейчас алмазный меч зачарю, подожди. Да не надо его чарить. Да на 30 уровень мы его зачарим. Да нашел ребенку игрушку. Все. Поэтому я тебе сказал, надо книжные полки здесь забабахать, чтобы чарить на 30 уровень. Вроде 21 годика, ебеночек еще тот. Так, смотри, мы кошку нашли? Нашли. Нашли. Алмазы нашли? Нашли. Эту фигню вот эту самую сделали? Фигню эту самую сделали.
Да, я даже его себе кирку зачарила. Все, можем заканчивать Дуримонда. Серию. Дуримонда, я тебе сказал, не чарить это. Приключения только начинаются. Еще много всего впереди, чего нам надо с Катей познать. Кать, мир Майнкрафта просто настолько неизведанный, то, что ты себе даже не представляешь. Кать? Ау. У нас здесь партизан невидимый. Кого? Ты видишь? Здравствуйте. Ты понимаешь, кто их держит? Там этот чупакабра, торговец невидимый. А ну слез оттуда! Чебурак! Откуси его невидимую задницу! А, уже видимую! А, уже опять невидимую! Ты что, прикалываешься надо мной, что ли?